Приветствую всех на канале RC APV Челябинск, друзья. Совсем недавно мы с вами облетали мое первое крыло Skyzone Here, и первый полет выявил ряд недочетов. Основная проблема была связана с очень сильной помехой в FPV картинке. Когда я добавлял газу, USD данные мерцали и шла сильная рябь на экране. Эту проблему я решил припаиванием стандартного конденсатора, который шел в комплекте с полетным контроллером MATEC 405CTR. Просто-напросто я его забыл припаять при сборке, видимо, так спешил полетать. Причем один подписчик мне даже напомнил, что я его не припаял. Я как бы принял это к сведению, но опять забыл припаять. В итоге сейчас все уже припаяно. Также припаял общую землю между FPV-передатчиком и полетным контроллером. И совсем недавно уже протестировал крыло в полете с этими исправлениями, с этими доработками. И действительно все помогло. Потренировался забрасывать крыло, забрасывать научился с первого раза. И решил в итоге протестировать, сколько же крыло сможет пролетать на такой самодельной литий-ионной сборочке емкостью 2600 мАч. На этом аккумуляторе самодельном крыло замечательно стартовало, замечательно полетело. И не буду томить, смог полетать я целых 32 минуты. И это был не предел. Думаю, 35 минут можно было бы полетать смело, но я, не имея опыта посадок, решил перестраховаться и оставить себе запас по времени, чтобы в случае чего можно было уйти на второй или третий круг при неудачных посадках. Весь полет я записал на DVR, чтобы вы смогли видеть данные USD. Сейчас я выложу все 32 минуты данного полета. Если кому-то не интересно смотреть весь полет, можете перемотать, смотреть отрывками. Кто-то может перемотать в самый конец, но кому-то, я думаю, будет интересно посмотреть, как расходовался аккумулятор, как вело себе крыло в полете. Ветер был около 2-3 метров в секунду, крыло потряхивало, но управляемость сохранялась отлично. Единственное замечание, при крутых разворотах обязательно нужно поддерживать скорость. Я из-за отсутствия опыта полетов на крыле несколько раз за ней не уследил и чуть было не свалился в штопор, но тем не менее смог выровнять. Ну а сам полет вы сейчас увидите на своих экранах. Погнали! Thank you.
давай, вот сюда на поле вправо, давай, 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 все, садись, молодец, давай. Итак, друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно ставим пальцы вверх. Те, кто не подписан на мой канал, обязательно подписываемся, оставляем свои комментарии внизу под видео, следим за новыми выпусками на канале. До новых встреч, пока!